Влада повинна надати земельні ділянки усім, навіть городянам, а не просто продавати вітчизняні чорноземи. Так прокоментували законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в опозиційній платформі «За життя». У Політсилі додають, що внесли кілька тисяч поправок у цей документ. Опозиціонери також зазначають, що ціна на газ для населення до кінця року може зрости до 35%. При цьому у партії запевняють, що знають, як зменшити тарифи. Мы зарегистрировали и изложили в парламенте законопроект. Законопроект об новой цене, образовании цены на газ для населения. Это законопроект 1126, который был доложен нашими представителями и который предусматривал, что газ по импорту, который мы закупаем в объеме 10,4 миллиарда, как это было в 2018 году, из-за границы, российский газ, но покупаем его у европейских операторов. И газ, который добывается внутри страны, особенно государственными структурами, 15,7 миллиардов, надо смешать по цене своей и один, и второй, вывести среднюю цену и этим самым уменьшить стоимость газа для наших граждан, для нашего населения. Это нормально? Ну, мне кажется, это супер нормально. Цена бы уменьшилась примерно до 4000 гривен за 1000 кубов или 4 гривны за куб. Вы думаете, этот законопроект поддержали фракция «Слуга народа»? Нет.